Приветствую всех. Мы играем Total War Rim 2. И во время перехода хода на меня напали войска Картли. Я шел на ихний Сиракена я шел атаковать. А они решили на меня напасть. Мне мешает хорек. Бегает под ногами и кусает. Зараза. Иди сюда. Ну ладно. Сражаемся на поле боя. 2600 против 4400. Ну это подкрепление будет подходить. Так что мы стоим. Стоим, ждем. Желательно бы еще, конечно, уйти отсюда. Желательно бы еще, конечно, чтобы мы были где-то на возвышенности, но я думаю, что это не критично. И мы их просто... Армия в гарнизоне и поросль Ксеркса будет еще. Помните, когда-то была уже поросль Ксеркса? 9-й Понтийский легион. Ну, посмотрим. Думаю, что в центр мы поставим самые отборные наши силы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь обычных легионеров. Глянем. Глянем, что там будет. Ну и постараемся, конечно, нет, равнина. Равнина и туман. Да. Да. Так. Ребята, давайте пока что сюда. Значит, сюда ставим. Три когорты орла. За ними. Сразу же выстроим. Четыре когорты обычных легионеров. Сюда поставим три. Так, а в строю. Так, ну и кавалерию, соответственно, разместим по флангам, то есть классическое построение. Классическое построение сюда. Генерала и преторианцев. Вот. Ну и думаю, что можно начинать. Застрельщиками разве что мы... Вражеские подкрепления на подходе. Восточные копьеметатели. Что они захотят построиться, да? Перед тем, как наемные горцы, восточные копьеметатели, восточные копейщики. Много. Подозреваю я, что мы можем
Да, знатная конница уже пошла. Так. Горд Орла мы выдвинем. Немного вперед. Соответственно, вот этих товарищей. А вы, ребята, стоите тут. Так. Вы. Вы вдвоем. Так. Это вот так. Кто такие? Восточные копейщики, да, пошли? Толпа. Копьеметатели. Пошли, значит, копьеметатели, да? Больше них подкреплений не видно. Копьеметатели. Сарманские. Вот это, конечно, нехорошо. Конные лучники. Да? Ну давайте, атакуйте. Не строятся. Много у них лучников. Гурцы. Легкий клин. Просто интересно. Happy to serve Rome. By your command. Riders advance. Так, что там происходит? Ничего. А чё ждём? Cavalry!
Так. Они решили нам в фланг ударить. Молодцы. Считается. А мы вас так. Что там? Копейщики, наверное, на кавалерию набросились. А, уроды! До 100%. Отступай, отступай! Солдаты колеблются. Где? Уходи! Атаку! Опрокинули мою кавалерию, уроды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дави. Да хорошо. Не стоим. Давайте, давайте. Вы где? Давай за этим. Догоняем. Так, вы, ребята, отходите лучше. Развернулись и... Вперед! Догоняем. И рубим гадов. Давайте, давайте. Ну ладно, значит нужно увеличивать скорость, я думаю. Одно плохо. Плохо одно. Что напали на нас на чужой территории. Слушай, хорек, отстань от меня. Ах ты зараза. Ой, я извиняюсь, конечно, это просто мне хорек жует руки. Полижет и жует. И на грязные... Считает, что у меня руки грязные, да? Отстань. Кто там? Оклемался кто-то, нет? Да, вроде нет.
Да. Но кавалеры, вот почему-то я всегда, когда такая вот битва, я всегда забываю про то, что у нас кавалерия на флангах стоит. Эти сбежали. Почти что. Почти 130 человек сбежало. Эти вымотанные уже. Да. Ну все, все, решительная победа. Потери небольшие, как бы. Но тем не менее. Потери на чужой территории, которые сейчас восстанавливаться не будут. Придется сходу, видно, брать город, чтобы, ну, мы это разграбим, я думаю. Может, вассализируем, если получится. Не хочу я захватывать эти города на Кавказе. Слишком много сил уходит на то, чтобы их поддерживать в них порядок. Если бы можно было бы выделить вассала, как в Европе или где-то еще. Не получается. Посмотрим. Посмотрим, что там будет. Сейчас смотрю. Новый трейлер выпустили. Годзилла. Дублированный. Сдулся Голливуд. Сдулся. Уже Годзиллы пошли, Кинг-Конги. Что там еще было такое? С монстрами еще. День Триффидов еще нужно снять. Полет над гнездом кукушки переснять. Обязательно. И роль Николсона дать этому. Как он? Энистон играл какой-то там. Так, вас в рабство. Сволочь, это, наверное, нас сейчас еще и... Господи, что ты кричишь-то так? Я ж перепугался. Думали нас количеством задавить. Но! Римская пехота. Это что-то. Стихи. Началось. Ага, мы исследовали. Отлично. Полководец. Сволочь ты, поганая. Бей его. Вот так вот. Да давай. Замечательно. Но мы-то не пополняемся. Besieging settlement!
Так, пока что вассалу. Мы еще вернемся. А сколько их там? 4 опять будет. Что нам дали эти краны? Устный контракт. Оу, ёперес это. Стоимость, налоговая ставка, общественный порядок. Очень хорошая штукенция. Краны. Базилика, вулканы и цирк. Здесь вообще беда. Что тут? Военные посты, учебник Кастром. Строительство, сухой док, док. Клакать. Что тут? Скрипторий. Долго. Вот это будем исследовать. Что тут? Солидный. Задолбали. С этим солидным. Рим. Строится бум. Пища минус 10. Можно. Общественный порядок плюс 24. Однозначно строим. Так, ты что даешь? Влияние помоек. Ладно, пока подождем. Тут это можно все строить. Пища минус 9. Пища, пища. Еще построить он цирк. Минус 30 уже, да? Что он дает? Гарнизон. Когорты авокатов, когорты легионеров. Давайте строиться. Иерусалим. Так, Пантикопей, Корсика и Сардиния. Фанген минус 40, да, у нас получается? Минус 50. Боюсь я с этой пищей что-то делать. Рим. Цели. Смотрим, что мы имеем. Мы имеем тут. Нифига мы тут не имеем. Где мой флот? Так он шуршал сюда, в эту сторону же. Вот этот. Так. Флот пошел сюда. Кто такие?
мятежная армия. Ever in service to Rome. Разлад в войсках. Да нет. How can I serve Rome? А ты что можешь? How can I help? Запугивание, демонстрация силы. I will see it done by any means. The gods honor me with success. Хорошо, конечно. I live to serve Rome. I have chosen a better name. I am Rome's champion. Убийство, поединок. Давай. Так, это армия. Пока что никуда. Ну, могли бы, конечно, попробовать дойти, но... Кавалерия, в принципе, только потрепана. Ой. Ой. Да, давайте. Пленники. Покорить. Оккупировать. Покорить что? О! Отлично. Сейчас, одну буквально секундочку. Вот, значит, Аксум остановлен. Быстренько возвращаемся в Фивы. Угу, сначала нужно прокачать нашего пусть будет засад уже как бы не предвидится, и посему мы быстрым маршем. Отправляемся. Опа. Наемное убийство. Наш агент был ранен в бою. Ну когда же уже, а? Когда же я уже достигну этого? Да нет, блокада, слушайте. Блокада. Так, а что у меня с Киренаикой? Есть проход? In my lord's name, be welcome. And may the blessings of the gods bring you the profit of the day. Не хотят. Не хотят они этого. Колхида. You have my attention. Now,
Do not try to charm, wheedle or cajole. For those, pain is the reward. I have heard that merchants give short weight, cannot add coin and lie. Why would you want? С Кемерией воюем, с Касетанами тоже все там хорошо. Аксум, давайте поторгуем. Отлично. С Партой. Пергам. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. My ears. With these words, you bring joy to my heart and hope to my. И со Спартой может получится поторговать, нет? Фалера. Карфаген, чё вы злитесь-то, а, уроды? Так, Партава. Be welcome, I said. Сейчас. Так, сейчас я подумаю чуть. Что-то какие-то странные все. А что у вас? Война с Насамонами против нас. Неприятие с Гитулами. Да, ребята, слушайте. Вы дружите с Насамонами, но это ваше. Так, Гарамантида. Давайте мир хотите? Нет, мир вы не хотите. С нами дружит -то. С этими мы торгуем, да? Руги, да. А это я. Маркоманы. Нет. Не могу. Мятежники кельты. С намнетами война. Ого. Ну вы разжирели там. И цены. Мятежники бриты. Думноны. Хотите быть протекторатом? Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and. Ripe women to ease other parts. My people can only dream of wealth like this. Этого я не хочу. Так. Что у нас? Фракция уничтожена. Роксолана. Бог с ним. Так. Фивы. Роща нимф. Рынок. Что-то строится. И в Тапсусе, да, построился рыба. Угу. Тоже фигня. Долго. Легион 10. Последний ход остался. Новая особенность. Ясно. 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 Так, смотрим теперь, что у нас. Вот ты. Ты куда шла?
сюда. Так. Ты что делаешь? To your duties, men. To victory. Easing settlement. Героическое поражение, надо же. None will escape. Сейчас надо подумать. Не в том подумать, нападать или не нападать. Да нападать. Слушайте, что у меня? Раз, два, три конницы хорошо пошуранных, да? Героическое поражение. А давайте попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Когорта легионеров ушла. Конница легиона. Хорошо. Флоты. Ready for battle. Ну ладно, что ж делаешь-то? Сам хотел. Когорты легионеров и конница легиона, да, ушла. Так. Ну что ж. Ну что ж. Что мы имеем? Дипломатический статус. Ваш протекторат. Союз. Не понял. Секундочку. Это где это? Товарищ идет, что мы имеем 12, да? И никакой армии рядом здесь нет. А, так вот еще что можно. Ранен в бою, холера. Не понял. Две 600.
посмотреть, кто такие. Ладно. Посадим в осаду вас. А откуда востока? Армия в гарнизоне. Кто такие? Гарнизонный флот. Ладно. Штурмуем. Посмотрим. Что да как. Да почем. Флот бы надо было подтянуть. Блин. Ну ладно. Флот-то стоит там рядом. Ну, не совсем рядом, но я думаю, за один ход бы не успели добраться. Не знаю, сколько серия тянется уже. Я забыл засечь. Но это последний. Этих, наверное, захватим. Протекторат не будем делать. На Кавказе мне там не особо хочется по этим горам шастать. А протектораты, ну, сидят себе и сидят. Города все похожи, один на один. Много слишком у них этих гоплитов. 5 кавалерию буду терять. Короче, не буду я выкаблучиваться, наступать будем. Отсюда. При поддержке этих товарищей. Да слушайте. Зажигалки. Включили. И отсюда. Двумя, грубо говоря, колоннами. Так. Кавалерия во главе с генералом прикрывает фланги. Все, начать битву. Нафиг. Пошли в атаку. Кто такие? Гоплиты? Ой, 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 нет. Огонь. Огонь по генералу. Подкрепление, это флот типа, да? Так, ты, ты. Ready.
долго не ждем. Граждане плиты. Отходим, отходим, отходим. Не надо вам этого. Почему один только там? Так, кавалерия, отходим. Вот вы, уроды. Отходим. Просто отступаем. Гоплиты. Граждане уголовники. Давай, давай. Так, кавалерия. Сюда. Да нет. Отлично. А на тебе. Отступай. И садимся им на плечи и пошли на... Агапет? Это военачальник? Точно. Давай, догоняй. Отличненько, отличненько. Так, вот это мне что-то не очень нравится. Почему встали? Получится, сделаем. Пошел. Нет, 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 ты отходи. Вы, грубо говоря, вы три свеженьких, давайте.
А это скифская конница, я их не догоню пехоты. Я их пехотой не догоню. А ты кто? Граждане всадники. Сюда. Да куда вы дергаетесь, ребята? Что вы вообще? Так. Ой-ой-ой, уходи, уходи. Ага, и все. Вперед. Добиваем гадов. Рубить почем зря. Все, врубаем скорость. И пошла жара. Вырезаем, кого можем и кого не можем. Ой. Мы захватили точку победы. Замечательно. Так, а вы? Рубите. Молодые люди. Рубите. Так. Как там? Каша. Ну, звук выключен, потому что на ускоренном это все. Устали, наверное, уже. Да, уже измотаны. А что там с этими? Уже измотанные. Так. В чем дело? Ну что, тут тоже немного их проредили, да? Вражеский военачальник еще один убит.
Почему? Вражеский форт скоро будет нашим. Как можно больше гоблинов нужно перепетрушить, чтобы в крайнем случае. Вот так вот. Я предлагал мир. Видят боги. Я бы, клянусь Юпитером, не трогал, но нет. Они решили по-своему. Они решили, что раз кемерийцы... Вот этого, еще вот этого. Там военачальник, по-моему. Догонят. Еще одного военачальника убить, не? Должны бы. Чего понять, где он? Это такое уже. Ладно, не будем измываться. Слишком много времени. Пожалуйста, пожалуйста, вот вам, что такое римская дисциплинированная пехота. 2600 у нас, 3300 у них. Ну, небольшая большая разница, согласен. Там сколько это? 400, 700 человек разницы. Но, смотрите, соотношение убитых врагов и потерь 1 к 10. Понимаете, что такое римская легион? Я уже это не раз повторял, не два. Но это сила. Это сила, конечно. Как-то на форуме у нас заходил спор, кто сильнее. Не даже не кто сильнее, а брали армию средневековую, я не помню кого, надо будет на форуме почитать или дам ссылку в описании к видео. И римский легион времен, даже не, наверное, уже времен Трояна или раньше чуть-чуть, имперский, не республиканский легион. Ну что вам сказать, я был лично за легион, я бы с удовольствием, конечно, посмотрел соединить Medieval Total War и Rim Total War. Ну и хотя там до пороха уже. Но знаете, думаю, что римлян выстрелы бы из аркебузы не сильно испугали. Тем более, что аркебуза заряжается в несколько раз дольше, чем лук. Из лука массированный обстрел, из аркебузы, ну да, был, упал один. Из лука уже за это был время выпустить, наверное, стрел 5. Ну, как минимум 2 попадет куда-то. А если попадет, то это раненый.
тоже, опять же, как минимум. Что мы можем сделать? Мы можем вассализировать. Но я не знаю. Я не знаю, стоит ли вассализировать этот. Нет. Мы захватим. Отлично. Все правильно я сделал. Так, пища. Этот есть. Ну. Торговый. Торговый порт. Хватит здесь уже. Жрачки. Отлично. Да. Устрашающе. Становление. Пусть будет планк. Так. Что мы имеем? Давай, ты просто приди сюда. Давай. Давай, бегом. Дальше будем думать. Сколько ходов? 4. Давай построим тебе. Посмотрим, что будет. Ну что ж. Обзор. Вот это да. Вифини понта нам не хватает, да? Понтийский, это кто? Вифиния, да? Отлично. Пусть эти берут себе, что хотят. Полководец. Можно набирать новые легионы. 2, по крайней мере. Я бы брал в Италии. И, наверное, в Фракии. Общественный порядок. Ну, благосостояние, рост. Почему? Непонятно, почему в Италии рост нулевой. Почему рост для эффект провинции, технологии? А почему? Я вот не понимаю, почему здесь нету следующего, сколько нужно? А? Хлеба и зрелищ. Римская культура. Общественный порядок. Давайте. Пусть будет, хоть в Италии, хоть порядок будет. Хорошо, спасибо, что посмотрели. Насколько я видел в Стиме, новая кампания Гальская Цезаря выйдет 17-го. Ну, я могу ошибаться, но мне так
насколько я видел. Перечитаю еще. Вот. То есть до 17-го есть пару дней. Возможно, я успею закончить это. И плавно начнем второй сезон захватывать Галлию. Вот здесь, вы как видите, до Галлии руки не доходят. Может, сейчас пару легионов создам, да и ломанемся. Нам на этом опять нужно намять бока. Ну, хорошо. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся.